Отличники с высокой квалификацией. В правительстве региона сегодня чествовали выпускников президентской программы. В этом году она, кстати, отмечает свое 20-летие. 28 молодых специалистов из разных сфер деятельности учились управлению на протяжении нескольких месяцев, посещали лекции, готовили собственные проекты и в финале защищали их перед комиссией. Чтобы получить сертификат президентской программы подготовки управленческих кадров, им пришлось серьезно потрудиться. Но честь региона отстояли и в очередной раз подтвердили, что они лучшие из лучших. Коллеги с федерации всегда отмечают Архангельскую область как одного из лидеров этого движения, говоря, что действительно вот такая наша всегда хорошая опора, на вас всегда можно рассчитывать, нам же дополнительные места периодически специально дают, потому что понимают, что мы всегда отреализуем. И самое главное, очень высокое качество выпускников. К слову, новая управленческая элита, как на подбор, специалисты крупнейших предприятий региона, Севмаш, Звездочка, Архангельский ЦБК. Проекты выпускников президентской программы самые разные. Модернизация промышленных мощностей предприятий, разработка системы контроля за распределением воды в областном центре, переработка органических отходов и, конечно, IT-инновации. Сергей Шестаков уже реализует свой проект централизации информационных систем правительства региона. Работа будет, наверное, более удобной, комфортной. Построение единого центра обработки данных позволит разместить там информационные системы, повысить их отказоустойчивость. Для жителей Архангельской области реализация этого проекта позволит получать более прозрачные услуги. 19-й выпуск президентской программы в Архангельской области уже называют выдающимся, а проекты – прорывными.